Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Тутти И Вуди. И добро пожаловать на обзор варкапа под номером 214. Карта от Кайроса, АЦЦ Селерити. Сама по себе очень прикольная, как оказалось. Я ее лично не играл, но вот Димон ее вроде задрачивал. Так что, ну, демки будут очень веселые, я думаю. Может быть, еще что-то из них подрежем весело. Ну и давай, наверное, начнем. И да, Димон давай. Может мультиоп делать. Вообще абсолютно не парится. Ну да, нашел высоту, рассчитался. Да-да-да, и представляете, да? Вот такая высота, и он просто тупо прыгает на одном месте. Ловит оп-оп-оп на определенной высоте. В общем, ладно. На этой карте, так как она ACC, то есть Accuracy, нам нужно стрелять. Дают нам сразу 200 рейла, и как только мы его подбираем... Я вижу сияние от рейла. Открывается дверь, и мы сразу... А чё так быстро закрывается-то? Ну а чё, чтоб ты ранил, тело там всё равно будет. О, пришиб меня. И мы видели сразу вот ту мишень, появилась вот эта. То есть, а снизу справа мы видим фраг-каунтер. Нам надо 25 фрагов сделать. То есть, 25 мишеней, следовательно, поразить. Все пока по прямой. И вот начинается комната, самая интересная. Тут нужно в определенном порядке, ну, скорее всего, телеки. Посмотреть футболчик там. Да. Кто-нибудь вот так вырежьте. И вставьте туда что-нибудь, мемчики, вот это все. В общем, тут у нас несколько кнопок. По-моему, их тут не 25. То есть они потом появляются, снова откатываются, да? Да. Пусть побудет. И, в общем, то есть, ну, пока постреляем то, что видим. О, заметил. Вот перед. О. А, вот они. А. Че, все, это ГГ? Это ГГ? Нет, вылазь, что ты выплываешь? А во. Вот у нас. Испугался. Вот у нас еще кнопки. Это все те же самые уже откатились. Давайте исследуем. Здесь вон у нас телепорт, еще телики, еще мемчики. Заходим в телепорт и оказываемся на самом верху всего этого дела. Видим еще кнопку, еще кнопка сверху. Это две недоступные для нас ранее кнопки, если мы не заходим в телепорт. Ну и отсюда уже, наверное, просто можно... Так, 21... 22, 23, 24, 25 и 4 are enabled. За 2 минуты я прошел. Ну, я так понимаю, что здесь... Не-не-не-не-не-не. Ты боишься. Я так понимаю, что тут нужно разработать определенный путь, по которому вы будете бежать по этому, грубо говоря, лабиринту, по этой карте, и параллельно выстреливая по мишеням. Это, наверное, самый такой более разумный путь. Патронов у нас много, я думаю, тут очень много можно потестить. Ну и давай, Дима, расскажи, что тут есть особенного, если тут что-то есть. Ну, начнем с того, что тут всего 13 мишеней, а как следовательно 13 факториал роутов, то есть 6 миллиардов. Ну, выдумать там можно 6 миллиардов. Ну, типа, расстановка мишени, там, какая первая, какая последняя, вот это все. Mm-hmm. Ну, ролл-то, вроде бы, тут... Ролл-то должен быть каким? Чем больше ты жмешь ЛКМ, тем лучше, собственно. Ну, по кулдауну надо постоянно выстреливать, да. Чтобы максимально быстро, да, все отстрелить. Это вроде, ну, очевидно. Ну, с этой мишени. Кстати, ты эту пропустил. Не, я в нее стрелял потом сверху. А, ну ладно. Поднимался там по лестнице, палил, вот что-то просто зажимал.
зажимал левую кнопку мыши и стрелял просто по всем кнопкам, которые видел. Да, ты реально с зажатым ЛКМ играл, да? Ну типа. Неплохо. Кстати, тут есть косяк. Ну-ка, покажи его нам. Маппер, видимо, решил, что раз не видно там, то и не нужно делать. Ну, причем просто забыл, по-моему. Да-да, похоже. Ну, Кайрос, не знаю, Кайрос вроде четкий парень. ХЗ, как так удалось. Ну, единственное, что тут можно придумать, так, из телепорта привыкли, вот, стрельнуть в эту мишень, там, ух, бля, где? Палюха. Ты ничего не видишь. Вырежем это в этом, ничего страшного. Ой, хуя. Стреляем в эту мишень, меняем на перчатку, бьем эту, стреляем вот в эту ближайшую. Ну, я не знаю, тут ролтов много на самом деле, рассказывают там только про свой ролт, ну это очень быстро будет. Типа, ну как бы все тут, как бы, тут очень быстро все рассказывается. Ну пройди своим тогда, мы посмотрим. От собака. И да, в онлайне из-за вот этой особенности кнопок тут, конечно, играть не очень комфортно. Вот с этой кнопкой были проблемы. Тут нужно как бы после вот выхода сразу просто стрелять. Вы видите, какая она мелкая просто. Попасть в нее сразу, это будет очень сложно. И вот, вот с этой кнопкой тоже могут быть проблемы, потому что она, ее текстура как бы боковая, она сливается со стенкой. Да, да, да. И трудно заметить. Всё, 54 секунды. Неплохо. Неплохо, Димон шарит. Ну, тогда, не знаю, еще пройдешь? Давай еще. Я видел, кто-то вот через эту лестницу проходил вот так вот. А это Никс, по-моему, так делает. Да. Расстреливал всякие кнопки, сразу вот джарпады заходили. Даже как-то вот отсюда там стреляли во все. Ну не знаю, это такой сложный роут. Что? Потерял кнопки. У тебя какой прицел? Какой-то плюсик, не знаю. А, крестик просто. Ну. Что-то я потерялся, где еще-то не смотри. Все. Ну, я даже не знаю. Это тоже что? Рассказывай про рот, ну реально много. Ну, о, вот это что за комната тут? О, комната, кстати, после телеков можно пойти туда. Это как бы та комната, которая вот тут вот мост, который стреляешь. А с ракетой не быстрее? С ракетой? А у меня еще ВФГ есть. Нет, а, там ракеты-то нет, по идее, да? Ну да, нету. Это ты сам взял, я понял. Я думал, тут ракета есть, с ракетой, по идее, побыстрее должно быть, куда он меньше, кажется. Ну да. Вот так вот можно развести Егора на ракету. Ну, тогда ладно, давай двинем, собственно, к гранатами. Двинем тогда к просмотру демочек. Тут реально нечего особо так сказывать, поэтому... Просто посмотрим, повосхищаемся аимом наших замечательных ребят. И начнем мы с ВК-3. Это у нас Лунтик. Лучший просто парень на земле. 56,9. Красава. Я даже предлагаю потом в таймскейле 0.1 посмотреть эту демку. Угу. Так, две мишени поражены. Остановился перед второй мишенью, нормально.
По-моему, это первое прохождение. Ну, 2 минуты сервер тайм. Ну, да. Вообще это 5. У меня 2 написано. У тебя все криво. Там, блядь, песочные часы. Песочные. Ну, я не знаю, ну, Лунтик, ну, почему бы не перепройти чистенько, без промахов? Даже промазал, господи. Да, ну ладно. Евген, по-моему, первая его демка из Москвы. Новенький чувак, 51.8. Перебил Лунтика. Даже останавливался больше Лунтика, но все равно прошел быстрее. Потому что попадал с первого раза во все мишени, я полагаю. И у него был, наверное, роут. Да. Ну вот он зажимает просто НКМ, просто отстреливает все, что можно. Даже небольшой флик там был. Ну, я говорю, тот, кто больше жал НКМ, тот и победил. Он промахнулся один раз. Интересный роут, интересный. Импровизированный, да, я думаю. Пропустил мишень там рядом с ней, пробежал и забил на нее. И тем не менее, все равно 51.8. Ну, ровненько. Да. Перебил Лунтика, как просто вообще, вот как, просто как делать нечего. Окей. 43.7, быстрее на целых 7 секунд. 8. Хулиган. Сильчен. Так, подготовился пилу. Да, да. Так, поехали, поехали. Тут, мне кажется, так как хулиган-любитель, промах. Любитель поиграть в онлайне, может быть, он где-то видел роут. А по идее же тут, вне зависимости от физики, роуты можно одинаковые, да, сделать? Ну да, такие. В Q3, может быть, там чуть-чуть помедленнее. Ой, 2 раза промахнулся, но тем не менее перебил всех. Да, странная карта. Ну и говорю, тот, кто больше жмет ЛКМ, тот победил, там, промахи вообще. Ну, там, ближе к топовому уровню, это промахи уже все-таки влияют. Ну, окей, так. Мидамбдамисланд. Я не знаю, кто это. Это вернулся чувак еще из DFRUS, хорошо? Дамнет Лайт, что ли? Нет. Нет, не помню. Ладно, напиши, братан, в комментариях, чтобы я тебя вспомнил, чтобы я тебя хвалил, а не кнобил, как сейчас. Ты бы сейчас с немцами на русском базарить, да? А, да, без разницы. Ну ладно. Так, на 3 секунды быстрее. Да, всё, я вот запустил. И вот сейчас он у меня такой. Такой вот так. Вот так. И. Ну, жух, и ж сёрклась. Стоп, что? Ой, у него какая-то моделька интересная. Вархаммерская. Давай там говори, когда у тебя будет там 17 мишей. Точнее, 16. Прикольно смотрится. Как будто Вархаммер играешь. Вот сейчас 16 было. 17, 18, 15. Промахнулся по одной мишени. Даже 2 раза под ней промахнулся. Ну, Евген, несмотря на то, что новичок, очень хорошо прошел. Мне понравилось. Ну, плавненько, все движения такие размеренные. Молодец. А, Зеча из Ирландии. Он же Мамилюк. Он же Мамилюк. 39.1. На 1.8 побыстрее. Ничего себе у него сервер тайм, конечно. Да, вот, вот видно, человек трудился. Ну, многие, кто там с джампадом начинали.
Ну, по идее, ты меньше кнопок жмешь с ЛКМом. На одну причем. В смысле? Ну, там в башенке еще есть кнопка, ее ты не задеваешь, если играешь через джампа. Ждал так мишень в башне. На башне. Да, неплохо. Неплохо. Ну, я не знаю, вот как тут оценивать скилл, типа? Ну, попал во все мишени, красава. Как говорил москаль, кто отжал ЛКМ, тот моча. Тот что? Моча. Моча? Да. Так надо было тогда ставить фаер, допустим, на пробел. А на ЛКМ ставить движение вперед. Ну, вся карта. Да, и вот мобилюк ни разу не промахнулся. Это, по-моему, первая демка, где ни разу не промахнулся человек. Ну да. Ну чё, геймрок? Ну, геймрок. 37,9. Да, на сколько это побыстрее? На 2 секунды. На 1 и 2? Ну, примерно так. Что он у тебя сейчас делает? Стреляет по кнопкам, как ни странно. О, а сколько кнопок он может стрелять? В 11-ю стрельнул, 12-ю. Не попал. Я тебя не обогнал. Ха, не попал. Ну слушай, вот человек с определенным роутом, причем с таким интересным роутом. Сразу по кругу пошел. Вот уже чувак, который уже шарит, уже думает хотя бы. Да, ну демка классная. Геймрока отмечали уже сразу по истечению типа результатов. И говорили, что Геймрок, красава! Он там, по-моему, в ЦПМ еще зажег. Ну, увидим попозже. Урнисон 37.2 из России на 700 побыстрее. Скорее всего, не промахнулся. В отличие от геймрока. Кстати, а кто это? О, это оригинально. Сначала во вторую кнопку стрелял, только потом в первую. Приз за оригинальность ему дадим? Да. На этой карте приз за оригинальность его не... Хотя тут, можно сказать, за любую деку можно дать приз за оригинальность. Слишком мало роутов по... Ну, роутов-то 6 миллиардов, хули. Еще бы они повторялись. А точное количество роутов есть? Ну, точное нет, потому что, типа, еще же спейсинг можно там, стрейк, не стрейк, все такое, то есть там еще это добавляют. Но вообще, 6 миллиардов 227 миллионов 20 тысяч 800 роутов. Вырежьте это и в коллекцию на случай важных переговоров для дефрагеров. Некрис 3688 перебил Бурниса на секунду. Да, ну Бурнис, по-моему, уже... Или промахнулся он, что-то не это. Зачем-то топ показал. Говорит, типа, да, я сейчас перебью там всех. Да-да, смотри, сейчас Кайрос просто уничтожен будет. А вот видим мы, что Unity 1.4.8.8 сделал 31.8. Надо будет посмотреть, какой у нас. А, это он с ТРом сделал. Первые две там стрельнул в мишени и дальше пошел. Ну, я думаю, 31 с ТРом послужил. Да, с ТРом. Как ты думаешь, в онлайне, в ЦПМ сделали 0.2 секунды? Ни разу не промахнулся, красавчик. Ну, довольно так быстро, так, по всем мишеням, щух-щух-щух, бляха.
Ну да, разница от первого места, от кета, всего получается 2 секунды, как бы, ну 3, не, ну 2, ну если 34 примерно кета. Так что да, они, хотя 2 секунды, где 2 секунды еще? Ну окей, вот да, плюс 200 отжал у Некриса. Целых. Допустим, он на ЛКМ жал дольше. Допустим. А ты уже плейл? Да. Так я говорю, когда ник, ты нажимаю себя. Какую он у тебя там бьет? Пятую. Шестую. Седьмую. Восьмую. Пятую. Десятую. Неплохо. Ну вот туз тоже видно техничненько, все хорошо у него. Ну да. Я бы Валентина Равинга захотел бы тут посмотреть. Ну да. Потому что Раф очень любит. Может и не любит, но он их играл, по крайней мере. И у него они хорошо получались в Q3. Особенно у Кайроса. Кстати говоря, такие, да? Поздравляем Пуза с топ-3. Ну, кстати, да, топ-3 сделал. Это идет не в зачет, к сожалению. Но, ну типа не в зачет к будущему туэльному турниру. Но. А как ТР делать? Там же двери убивают. Как вы ТР делали? Ну, типа берешь рейнган, стреляешь по первым двум кнопкам, ждешь, пока появится второй. Изи. Окей. 34.4. Делал Кианекс из Тагльятти на 1.4 побыстрее, чем Пус. Вот сейчас вот разрыв большой. Мне очень интересно, как так вышло. Потому что Пус вроде бы по КД вообще стрелял. Ну, айдишник у Дэнки говорит за себя. 2-2-2-5-2. Опять что-то начитерил, походу, да? Ой-ой-ой. Ну да, как бы... Уже вот конкретно по КД даже, по звуку слышно, воу, что... Просто не отжимая, бляха-муха. Ну? Как еще быстрее? Окей, next. Окей, next. Интересно. Окей. И Кет сделал на 500 побыстрее. Ну, он, скорее всего, вот тут реально просто не отжимал. Абсолютно. Сервер тайм час. Вот просто старался. Просто. Через джампад начинал. О, серьезно? Неплохо. Да, неплохо. Так еще никто не проходил, да? Что за оригинальность ему приз, что ли? Неплохо, Кет. Интересно, а можно ли его дорожку использовать для ЦПМ? Как топовую? Да, почему нет? Да. ЦПМ. Крайнее место. Хардкор 48.1. Давайте посмотрим. Тут, скорее всего, очередное место для промахов. Очень-очень промахов много будет, мне кажется. Промаха 3, может быть 4. Тоже стрелял во вторую кнопку, только попал в первую. Врезался. Немножко не по КД стреляет, я прям слышу, что немножечко есть задержка. Как-то у него так две кнопки одновременно появились. Ты видел? Что-то какие-то... Ой, ну как так? Ну хардкор. Ну это же вроде нормальные результаты всегда показывал. Целиться так по полчаса, лол.
Ну вот я, допустим, тоже вот АЦЦ карты вот эти, Accuracy. Я вообще их не могу играть. Не переношу просто. Вот, просто не переношу. Они меня бесят. Потому что я не попадаю, потому что у меня сенс очень высокий, понимаешь? Хе! Ой, я не того запустил. Подожди-ка. Так, кто там у нас next-то? Сейчас секу. Евген. 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 6, Евген 9. А тебе, кстати, нравится этот ник? Евген. Нет, 6, Евген 9. Он у нас на стримах недавно появился. Ну, как бы там... Опа! Москаль, ты как-то пропустил? У него двери были открыты. Москаль! Блин, я не запустил. Ну, Ой! ладно, не, я запустил все. Давай, он уже четвертую и пятую делает. А как? Ну и чё, двери открыты? Это же не дало ему никакого преимущества. Пусть. Я угораю. Так, тоже через джампад. Просто у него две твои любимые цифры в этом. В нике на пиче. Ну. Да. Надо тоже 69 поставить, и все, сразу там тебя буду бить. Везде просто. Да. Может даже на сетировке типа не. Может быть. Через сколько ты планируешь побить меня на сетировке? Ну смотри, если ты играешь 10 лет, а я всего 2, то, наверное, через 8 лет тебя побью. Ну, я верю в тебя, брат. Ну, я тоже верю в тебя. YouTube на 400 ровно быстрее из Беларуси. Давайте посмотрим, что сделал он. Ну, тут не знаю. Блин, хочется что-то обсудить. Но, честно говоря, что-то нечего обсуждать. Несколько миллиардов роутов мы, к сожалению, не знаем, чтобы судить, что... А, вот надо было ту кнопку юзать, потому что быстрее! Ну, даже как бы Москаль, когда увидел результат, типа, блин, неужели мы там с роутами разэтовались вообще? Москаль, я представляю, как Москаль тут роуты искал. Это, Но он наверное... какой-то нашел через джампад такой, там, очень медленный какой-то. 35 там выжил, по-моему. Искал роут с кнопками по зонам. Не. Ну, кстати, да, он первые две кнопки по зонам шмалял. Ну, неплохо. Несмотря на то, что... Последнюю кнопку красиво, да? Несмотря на то, что был один промах. Тем не менее, красиво. Лунтик 46.1 на целую секунду перебил YouTube. Опять остановился перед второй кнопкой. Ну что такое, Лунтик? Зачем ты там останавливался? Ну, кулдаун рельсы не позволял. Позволял еще как? Да не. Там со скимом бы дверь заскинул бы и да и все. Ну, я посмотрю твою демку сейчас. Я скинул там много раз. Ну, использовал вроде бы тот же самый роут, как и на ВК3. Если я ничего не путаю. Да тут сложно сказать, какой роут он использовал. Потому что, может, он там одну мишень не так использовал, и все, роут другой абсолютно. Так упал, так забавно, лол. Потерялся. Так, Ухала, он же ImpactZ, он же с отличным названием сервер тайма в прошлом обзоре был на квалах четвертого раунда. Димон, не хочешь прочитать его сервер нейм еще раз? Я читал. Это очень хорошо. Нет. Ну смотри, роут получше, да? Ну да, что уже, что такое. Практически не стрейфит. Ну тут и не надо. Ну да, блин. Еще сказал, ляма в 2-2 не попал. В 3-2, это же с кейсом и все. Давай, еще две мишени, давай.
Еще там по одной мишени стреляем. Полеты, между прочим, да? Да. Так, далее. Сили Чен на 7 почти секунд быстрее. Что-то я до сих пор думал, что мы Луку 3 смотрим. А тут нету такого какого-то разграничения. Промахнулся. А, нет, попал. Что? Как он попал? Лол. Там прям в краешек, да? Ну. Это хулиган, он рандомщик. Пожилой уже старпёр. Забанить бы его. Как Москаль говорит, что у него всегда оба включены. Так. Далее. Торнер 37.2 на 1.6 побыстрее. Ну, Торнер опять немного подводит. Я все хочу видеть его при, хотя бы в топ-5 постоянно. Это же не так сложно, Торнер. Можно же, не изи. Натуре. Ну, карта для него будет, наверное, сложно, вот это отцеп, потому что тут роутов до херища просто. Ну и как бы мы все знаем, как Торнер относится к роутам. Ну да. Хотя вроде странно, он вроде пытается постоянно сам искать роуты. Но у него почему-то это не выходит постоянно. Вот как так получается? Хотя вроде все кнопки появляются, он тут же в них стреляет, вроде все быстро типа. Да. Так. Ты там в ВК что ли параллельно сидишь? Почему нет? Ну не знаю. Ну просто, я не знаю просто, что тут говорить. Это с одной стороны немного неудобно. Такие карты вроде бы прикольно, то что варкап по ней есть. С другой стороны, как на нее делать обзор, лол, что тут обозревать? Ну. О, он попал в кнопку, он не попал в кнопку. Лол, что? Окей, мы дефрагеры, а не аимеры, пусть кейсеры обозревают. Я до сих пор не знаю, какой тут правильный роут вообще. Я прошел каким-то роутом, сделал 31. Я до сих пор не знаю, правильный ли роут я избрал. Кьют Бонс, я думаю, знает. Я даже думаю, и он не знает. Ну ладно. Так 35, он же Take 5. 36.7 побыстрее на 600, чем Торнер. Рулау. Я когда посмотрел, это, валидировал демки, я посмотрел демку топ-1, я так и не понял, где он быстрее был. То ли роут другой, то ли он стрелял почетче вообще. Ну у тебя вроде четко по КД должно быть. Я же помню, ну, ты в онлайне еще поигрывал, еще я видел. Ну. Вот Take 5, он играет в Quake Champions очень много. Активно. В полете попадает. Ну видно, что аймер все такое. Ну. Может быть, стоило тоже ее поиграть. Чисто так, знаешь, для интереса. Какие-нибудь 360 там вешать. С этим. С акселем-то своим. Как Димонор, знаешь, просто такую демку бы записал и все. Да-да-да. Undead Necris 35.2 побыстрее на 1.5. Полторы секунды целых Necris отжал. Интересно, где? Вряд ли мы увидим это дело. Ну, красивый ролл у него, конечно. Красиво. Ну, вот этот флик на старте, да, классный. Но. Мишень под башней не заюзал. О, ну классно попадает, конечно. По-моему, он даже не заметил, что в башне была мишень, он вообще в нее не стрелял.
Может, принципиально. Не знаю. Ненавижу, блин, башни. Да-да. Не буду в тебя стрелять. Так, Кузифер из Абус. Абус. 35. Ой, 34,8. Чуть быстрее на 400. Неплохой серверный. Роу тоже такой. Так ты все-таки видишь серверный? Ну, на нолик нажимаю, вижу. Пересмотри потом ух хала. Я видел. Посмотри еще раз. Неплохо вроде, 34. Я не понимаю, почему у него не 33 вообще. Не знаю, да, вроде реально четко все пострелял. Что-то не получилось. Не знаю. Я на этих картах просто путаюсь, я вообще не понимаю, что тут происходит. Так и я не понимаю. Это надо уже не к нам. Это уже, не знаю. Так, окей. Мидамп, дами сланд. Сланд. 34,5 на 300 побыстрее, чем Пуз из Абуз. Пуз из Абуз. Что сходится? Мидам. Сервер ноунейм. Ой, эту, ну эту демку надо в третьего лица смотреть. В натуре все демки от третьего лица смотреть. А, блин, у него голова, короче, все закрывает, куда он стреляет там. Да. А играть от третьего лица на этой карте сложно. Ну, если играть, только не забыл. А если дроу 2D поставить 0? О, норм. Как там ЦГ? ДФ там. Демки, мувики. Да, ну круто, круто. Тоже вроде бы нигде не промахнулся, все четенько. Геймрок совсем вот фреймово прям отжал 60-ку. Поздравляем, у вас топ-4. Да, топ-4, это очень круто. Хоть где-то смог. Большой-большой молодец. Ну как бы вот показатель этой карты, что какой-то геймрок смог занять четвертое место вообще. Какой-то геймрок. Кто вообще такой ноунейм какой-то зашел? Из КС ворвался. Да, ну в Draw 2D получше вроде бы смотрится. Я думаю, никто не против, если мы так досмотрим. Все демки. Так, о, слушай, неплохо. Покрасивее. Покрасивее. Да. Два обзора подряд, Егор. 33,6. Undead Moscow. Из России. Moscow. Какая-то московская корова, что ли? Коу, коу это корова же, по-моему. На секунду быстрее, чем Гимрок. 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 Или Гимрок. Как правильно, Дима? Ты шаришь вроде. Гимрок. Гимрок. По идее, да? Че? Ладно. Так, Маскаль. Турбо-роуты поехали. Надеюсь, тут снап-кут не нужен. Он, кстати, говорил мне, что впервые в жизни играет без снап. Так, пока все четко. Изи. Да, красиво. Красиво. Замшелая корова. Москоу. Димон. Ну, сейчас ты включишь мою демку и увидишь, что у меня, в принципе, точно такой же ролл, как у Москаля. И 500 разницы, да? Давай, да. Давай, я не понимаю, почему. Где вот эти 500 я взял просто? Настрейфил? В зону лучше попал. У тебя вот здесь быстрее, типа, ты вот здесь побыстрее вроде подошел к этим мишеням побыстрее. Это же тоже очень много экономит. Возможно, я не знаю.
И вот ты здесь, у телеков лучше. И то, что перчатку юзал, это быстрее для следующей мишени. Чё, как это? Не знаю, где? Вот, видно же все. Вот, и, вот одинаковые роллы, и сразу все видно. Да? Просто москаль не может свой придумать. У Димона и роут спер. Ай-яй-яй, москаль, кикнем тебе. Будешь в FPS-ах роуты стилить. 33-0. Cute Bones. Не знаю, кто это, напиши в комментариях, нам очень интересно. Сейчас бы японца спросить, чё, кто он там вообще. Так он японец только на DevComs, а здесь Россия написана. Так скачал чей-то, блядь, КФГшник еще. Name, DevName поменял, да и все. С джампа, либо он даже не менял DevName, он просто, блядь, записывает демку и переименовывает ее там. О, использовал руку, кстати говоря. Да, как у Кета, да, было? Возможно, это быстрее, я не знаю. Трудно сказать, что быстрее, хотя тут, вроде, что-то затупил. Не сразу так хорошо. Ну, неплохо вроде бы. Я и не пойму, где он был быстрее. Вот. Эти вот 96, где он их отжал вообще. Да, странная фигня, конечно. Ну, давайте перейдем в браузер. Я думаю, смысла нету смотреть в таймскейле. Вот у нас результаты. Торнер получил минус 3 рейтинга, тестит, видимо, тоже рейтинговую систему. Димон тут написал сразу. Герман. Почему это смешно? Почему? Почему это смешнее, чем все? Окей. Это не смешнее, я плазмажам по утопке. Кстати, Займ. Пятое место. Это Займ. А кто это он? Зуми, который... Да, зуми, который. Раз, два, три, четыре. Подожди, какой тайм? 37.2. А, Бурнисон это он. А почему Россия у тебя? А почему Россия? Это, короче, старичок из клана БГ. Его монстрик должен знать. Классно, Займ. Если ты вдруг смотришь это видео, передаю тебе привет. Я давно его, кстати, не видел. Да-да, но он иногда заходит. Ну, классный чувак. В общем-то, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Если вы не подписались, сейчас самое время это сделать. Приходите на стримы, и скоро у нас дуэльный турнир, который сломает вообще все рамки дефрага и покажет, что это может быть офигенно круто и динамично. Есть тебе что сказать в свое оправдание, Дима? В какое оправдание? На этом и закончим. Всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Всем пока. Всем пока.